играете, в баскеты будете играть, там еще что-то будете делать. Значит, лотерь, тревой, туда весом. Пошли, тревой, лотерь, уно. Стоп. Это для самых слабых. Тебе я бы рекомендовал делать немножечко больше. Хорошо? Хаджина. Уно. Дой. Три. Андрей, как ты делаешь? Что ты за Андрея будет все делать? Пошли, пошли. Спиная. Хватит. Нахнули. Пресс приготовили. Чуть-чуть. Пошли. Уно. Дой. Три. Патру. Чинч. Хорошо, встали. Лицом туда к камере. Руки на затылок. Здесь сейчас шире. Пошли. Уно. Дой. Три. Патру. Чинч. Шасе. Шапка. Оп. Ноу. Здесь. Стоп. Вот тебе. Будешь играть в баскетбол, прыгнешь. Опять. И у тебя нога. Будешь в гипсе сидеть. И не учиться, и не отлаять. А потом будешь играть. Еще раз, качайся, делай, а что ты сделал три раза? Она сделала, вот смотри, Аделина, смотри, какая худенькая, да? Я думаю, она не очень, ты сильнее. Она сделала 8 раз. А ты сделала сколько? 2,5. Тоже жумать. Чуполина. Так. Ожидаться. Сели. Сейчас я вам показываю. Руслан идет ко мне. Еще раз. Значит, тот же самый бросок, но только со стойки. И опять, как она будет бросать, это все равно, вот как я буду падать. Берет заклад. Так. И, значит, вот я локоть уходит, вот так я поворачиваюсь и давай, да. Смотрите, я не падаю сразу, я иду. Потом сажусь на колено, оп, делаю перекат. То есть не падаю сразу, а делаю 2-3 шага. То есть делаю через в эту сторону, здесь иду, раз, два, и сажусь на колено. Не падаю, мягко сажусь. Ой, Руслан, я тебе сделал, я уже не могу. Значит, еще раз. Голову надо правильно, видите, как она сделала? Я что делаю? Ухожу и начинаю с ручками. Руслана, раз, на колено и страховочка. Все, значит так, дой-ой. Ты два раза. А жена, девочка, а вы по одному разу. Ты один раз, она один раз. Да. Сейчас. Хорошо, единственное, что немножко больше надо наворачивать. Ты на нее смотришь, а ты наоборот. Посмотри на меня. На меня. А теперь двигайся туда. Вот, и руками спустишь. Вот. Два раза ты, два раза она. Два. Стоп. Кто делает? Ты делаешь. Посмотрите внимательно. Делает Аделина. Вот, локоть. Возьми чуть-чуть выше. Вот так, да. Теперь Аделина поворачивается ко мне лицом. Лицо. Вот. И поворачивается. А теперь руками. Руками ее. Вот. Нет. Руками скручиваешь. Нет. Ты скручиваешь. А ты потом помогаешь ей. Ты падаешь. Да. Давай. Еще раз, посмотри, все хорошо, но ты вот так остановишься. Еще раз, пожалуйста, встань мне на колено. И смотри как, пошли. Вот так, заняться. Отлично, Артем. Отлично. Вот у меня физическая база есть? Что с
Иди, пожалуйста. Так, иди, пожалуйста, к жестке. Вы по одному разу делаете. Ну, сейчас смотрим. Да. Вы. Один раз ты, один раз ты. Через бедро. Руслан, ты не через бедро делаешь, ты выводишь, а она через бедро. Как ты падаешь? Стоп, стоп. Шапки здесь.
кино такое, не помню. Вот здесь, ставим, пожалуйста. Вот сюда, вот сюда, вот здесь, пожалуйста. Так, осталось еще 20 секунд. Здесь кимоно прыгаем. Бока с кимоно. Сколько? Не снимаем. И тебе... 88 секунд. Матя, все ушли. Ушли. Так, посмотрим, кто из вас чемпион. Одна минута. А, сейчас я возьму это. А где мой это? Принесли мой телевизор, мой телефон. А куда я его поставил? Вика, ты не помнишь, куда я поставил телефон? Вика, ты не помнишь, куда я телефон поставил? Там нет телефона? Там сзади тебя нет, случайно? Вон там. Я не вижу. Вика? А этот, ты футляр? Есть футляр, да? А, ну все, да, точно. Я вот так не знаю. Итак, ну посмотрим. Выходит Михаэла. Михаэла. Сюда, на середину. На середину. На середину. Григорий. Гриш. Так. На середину. Середину, Гриша, Гриша, Жанута, вот сюда, чем-то, 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 ну. Татами, татами, желтый татами, а это чем-то. Так, пересядь, пожалуйста, сюда, пересядь, пожалуйста, сюда, посчитаешь мне его. Хорошо, ты Михаил. Итак, приготовились. Начали. Потихонечку, один раз, потом еще один раз. Надо пустить брать. Стоп! 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 А? 51. 51, да? 50. Молодец. Все, ушли. Так, дальше выходит Вадим. Вадим. Андрей. И Олеся. Пожалуйста, чем-то, чем-то там, чем-то там, чем-то здесь. Так, кто тебя будет считать? Руслана, кто Олесю будет считать? Нет, я смотрю, вот сколько сзади из них девочек. Беатрис. Ты, Аделинечка, посчитай его, Вадима, хорошо? Внимание, Хаджина! Кто больше получает приз? Какой стой я больше прыгала?
Не, вот ты считал или не считал? Да, считал. Ну а как ты считаешь, если у него одно, у тебя другое, на 30 разница. 130 с чем-то. 116. Да. Не, ну ты уже начинаешь гадать, да? Я? Ну, нет, я тебя же попросили. Я не знаю, как на русском, я не знаю, как на русском. Скажи мне, бармен. А тут 116. 116. Так, у Андрея? 103. Сколько? 103. 103. Да. По сути, 103, да? Хорошо. Так, выходит. Аделина. Выходит. Вы не, еще нет, да? Еще не прыгала. Выходишь. Выходит Руслана. И Вика выходит. Что, уже все, что ли? Иди, хочу, а? Идите туда, качайте, скажи пока, я сейчас через 5 минут. Вика, Вика, двинься туда, туда. Еще, 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 еще. Две-три, вот так. Так, кто тебя должен считать? Артем, Руслан. Артем, считай. А, еще Артем у нас есть. Вика, уходи. Тебя Артем считает? Кто тебя будет считать? Я Жасмина. Посчитай Жасмина, пожалуйста. Ну, сама я. Я сама. Олеся? Считай Беатрис. Олеся? Иди туда. Нет, я. Жасмина мне считает. Беатрис. Олеся, сядь, посчитай. Беатрис. Нет, Жасмина. Да. Да, Олеся. А можно я? Я потом сам посчитаю там. У меня же видео есть. Так, кто будет считать Руслану? Я. Руслану? Я. Кто Руслану считает? Я. И? Все, Руслана сама. Внимание. Хаджи. А что такое? Нет. Остать. Ты считай лучше. Большой темп не очень надо. Старайтесь в одном темпе прыгать. 10 секунд. Стоп! 104. У тебя? 95. Сколько? 95. У Аделины 95? Аделина. Ты вроде так хорошо прыгала. Это, наверное, Артём там что-то. Посчитаешь его. Сколько? 180. 180? Еще раз. 180. Сколько? 180. 180. Так, Артём вышел. Вика вышла. Артём, куда? Сергей Анатольевич, а можно я считаю? Так сядь туда. Всё. Андрей, считаешь Артёма? Андрея, Артёма считаешь? И считай, подумайте, считайте вслух. Считайте так, про себя. Уну, двое, три. Андрея считает Артёма. Смотри, считайте так, про себя. Когда 10, говорите, 10, 11. 20, 30, и он будет знать, и вы не будете сбиваться. Так, Вику кто считает? Она пришла. Ну вот скажи, кто будет считать тебя? Все, приготовились? Аджина.
немножко расслабься, дыши. Выдох, выдох. Выдох, не спеши, как выдох. Через 5-10 минут я вас заберу. Скажи, Юрий Александрович, что пока не отпускал. Есть еще 10 секунд. Это слабое. Стоп! Артем, сколько? Кыть, Артем. 103. 116, не садитесь сразу. Так, кроме них двоих, все остальные вышли, легли на спину. Спинали. Спинали. А, да, давайте эти сюда, шакалки, шакалки сюда. Нет. Можно? Можно, но я не люблю. Олеся, смотри. И предупреждайте родителей сразу. У тебя какая скаталка была, она кажется очень слабенькая. Ее нужно сделать, тогда она будет лучше. Внизу надо скотчем обмотать. Вот там нету больше, да? Вот, спасибо. Наградили меня скаталками. Теперь я буду, да, буду скакун. Вот итак, значит, внимание сюда. Сейчас делаем пресс. 30 секунд. Нужно сделать 30 раз. Если сможете, хорошо. Нет, ну значит нет. Так, все легли. Все легли, кроме Вики и Артема. Вики и Артем ушли. А что нет, сюда, на ковер. Артем, сколько ты раз? Нет, только в кимоно. Эй, девушка, сюда, Лиза, сюда. Вот три мата. Один мат, второй, третий. Андрей, сюда. На тот мат, Андрей. Ё-моё, девочки, центр, девочки, аич. Девочки, центр. Перешли на ковер. Перешли на ковер. Сюда. Четыре. Ложимся. Приготовились. Ножки согнуть в колени, ручки за голову. И локтями достаем. Нет, смотрите, отсюда достаем локтями колени. Если вы сделаете 10-15 раз, молодцы. Не сможете, ничего страшного. Мы потихоньку будем делать. Приготовились. Аджана. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, секунд, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, куда ты лег? 15, 16, 17, 18, 19. 20 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стоп! Это прошло 30 секунд. Это я не считал, сколько вы делаете. Артем, я сказал тебе заслужить, а ты вечно не слушаешь. Так, кто сделал 10 раз? Руку поднять. Зечи, привет. Здесь чего? Кто больше 10 сделал? Топ 15, чистка здесь. Дозить. Вот сколько ты сделала? 19. Ну так я говорю 20. А, вы сказали, хорошо. Кыки. 19. Больше 10. 30. 3. Уйти. Либо нужно. 130. Положи, мам. Кыки. 15. Сколько? Не слышу. 15! До ушел. 30. До ушел. Так, делает Вика и делает Артем. Ушли. Ушли. Приготовились. Сами считаете. Я считаю секунды. Ложись. Приготовились. Вика, боком чуть-чуть развернись. Вот так. Вот, внимание. Так, берем. Пошли. Раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, три. Смотри. Я сколько или сколько? 25. Хорошо, молодцы. Так, и последнее. Все встали вот сюда, рядом с нами. Пошли, девочки, мальчики сюда, быстренько встали. Значит так, сейчас делаем оп АШЗ, называется Браскуца. Прыгаем отсюда, стоп, делаем еще раз, не надо очень далеко, не надо, можно руки положить, стоп, подожди, подожди, Руслана, первое, подожди, подожди. Отсюда. Смотри, делаешь оп-оль. Туда, раз, вот так вот по диагонали. 8 раз. Там кланяешься мне и акасу. Пожалуйста. Хаджве. Уну, дой, три, патру, чинь. Шасе, шапе. Оп. Все. Да. Так, делаешь чинч. Чинч! И не, если не приседаешь сильно, пожалуйста. Да, чищ. Все, все. Чищ. Пожалуйста. Одну. Двое. Три. Патру. Чищ. Акасе. Поклониться тренеру. Тренер, не забудьте поклониться. Пожалуйста. Викову. Нет, чищ. Двое. Три. Патру. Чинч. Ручки держите на коленях. Чинч. Уно. Не спеши, спокойненько. Двое. Да. Ручки на коленях. Три. Патру. Чинч. Пожалуйста. Уно. Двое. Три. Патру. Чинч. Пожалуйста. Чинч. Уно. Ну. Чуть-чуть ниже. Чуть-чуть жестко. Три. Патру. Чинч. Пинья. Пожалуйста. Чинч. Уну. Двой. Три. Патру. Чинч. Все. Пожалуйста. Чинч. Уну. Двой. Три. Патру. 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 Это нет. Сюда надо прыгать. Пожалуйста. Беатрича, красиво. Нет, Беатрича, ну, так как ты прыгала все время. Давай, еще разочек. Ну, еще разочек. Я тебя прошу. Вот так, умница. Пожалуйста, чинч. До свидания. Три, патру, чинч. Так, хорошие брыскутся. Поклонился. Тренеру. Пожалуйста. Чищ. Ну давай чищ попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, еще три раза. Шесть, семь, восемь. Все. А дальше видишь, уже ножки-то. Артемчик, Артем, возьми тапочки, скажи, чтобы они пришли сюда, эти двоечники. Кто? Большие. Скажи, что Сергей Анатольевич зовет. Какой номер? Я тебе только одно прошу. Если постирала, сразу суши, потому что если не будешь сушить, оно испортится. А сколько? 30 где-то. Можно взять.